Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Инна, и сегодня видео будет о покупках. И я вам покажу все те средства, которые я приобрела за последнее время. Знаю, многие ждали это видео. Итак, давайте, наверное, начнем со средств для бровей. У меня закончились тени от Art Deco в 5-м оттенке. Стояла в выборе, что же взять, опять же их же или что-то подороже. И все же попробовать, наконец-то, уже эту Анастасию Beverly Hills. Я сосредоточилась, решила, все, выбираю. И вопрос стал в выборе оттенка для бровей. Конечно же, мне хотелось что-то натурального, то, чтобы совпадало с моим цветом бровей. Так, я заказала себе оттенок гранит. И когда я, девчонки, его получила, я, конечно, открыла, я сразу поняла, что, о да, наверное, я немного промахнулась. Я могу сказать так, это довольно такой серо-коричнево-холодный цвет. Он совпадает с моими бровями, как прям вот идеально, этот цвет моих бровей. Но я сделала ошибку только в том, что мне нужен был именно цвет теней для бровей такой, чтобы создавался эффект моих теней от волосков. Тогда смотрелось бы вообще лицо более мягче, образ более мягче. Чувствовала такой дискомфорт, потому что я реально понимала, что вот этот цвет виден вот на моей коже, как будто бы реально у меня подведены брови. Я, наверное, вот этот вот светло-серый оттенок могу применять только тогда, когда, например, если подкрашивать только внешний вот край брови, да, ну то есть вот уже хвостик сам. И когда я поняла, что мне от этого оттенка ни тепло, ни холодно, мне что-то надо, в принципе, приобретать на каждый день, потому что брови я каждый день подвожу. И я решила еще раз заказать опять Анастасию и взять уже другой оттенок, это Dark Brown. Они очень мягкие, они очень пигментированные, они прям рисуют вашу бровь. И вот этот оттенок Dark Brown, он мне очень хорошо подошел. Это так до того натурально брови мои смотрятся. Серо-коричневый. Решила приобрести себе кисть для бровей. И хотела взять тоже Анастасию, но, к сожалению, не было именно в наличии той, которая мне нужна была. Побывала в MAC и взяла там уже ихнюю, обычную, скошенную. Это 266-я. Вообще, она такая маленькая, когда я ее в ручках взяла, но прям очень мимишная такая. Девчонки, очень хорошая кисточка. Она в то же время и мягенькая, в то же время и упругая. Именно для бровей самое то. Как я была в MAC, то я приобрела себе еще одну кисть, которая давно уже у меня записана в списке хотелок. Это 239-я. Лопаточка такая, да, обычная, плоская, которая в то же время и растушевывает складки, в то же время ей можно нанести тень на подвижное, на внешний уголок. Также, девчонки, зашла я в H&M и увидела у них стенд с косметикой. Решила попробовать взять у них лак на пробу для ногтей в оттенке лагун, вот в таком вот мятном. Это малютка. Вообще стоила там недорого, рублей на 70 такая. Конечно, честно скажу, еще не наносила его на ногти, но кисточка здесь самая-самая такая простая. Вот. Если бы когда я была в H&M, знала, что я потом зайду в RevGauche и увижу там, опять же, красивый мятный оттенок у лака Essie, то я бы, наверное, H&M не взяла. Название оттенка читать не буду, названия все будут под видео, девчонки, так что смотрите там. Очень красивый цвет, конечно, шикарный, я бы так сказала, очень летний, правильный, мятный цвет. Вот именно то, что вот я люблю и то, что я искала. Эсси меня, конечно, я пробовала это первый раз лаки, и меня они покорили, потому что, да, сразу покажу, я еще взяла и в белом оттенке, который у меня сейчас на ногтях. Тоже фото в Инстаграм я вам выкладывала. Меня спрашивали в Инстаграм, пузырят ли или полосят ли они. Нет, девчонки, ни то, ни это. Все супер, ложатся в два слоя, отлично. В том же отделе в RevGauche стоял рядом стенд большой с лаками OPI. Взяла вот этот вот оттенок. Просто божественный красный. Девчонки, какой красивый, насыщенный, красный, но в то же время не вульгарный, правильный цвет. Очень мне понравился, прям вот моя хотелка давно, прям попадание в точку. Два лака, это Dance Legend, вот такой вот чисто розовый, он без блесток, без всего, из обычной такой серии. И с подсветкой, наверное, многие эти лаки знают, да, вот с такой вот. В оттенке 1022, это вот, девчонки, очень красивый цвет, прям такая чистая черешня. Более такая бордо-коричневая, вот это. Решила попробовать лак Golden Rose Rich Color в оттенке 26, вот такой вот, ну, лилово-фиолетовый, да. Не сказала бы, что этот цвет красиво на ногтях смотрится, немножко он дешевит, но мне очень понравилось вот именно нанесение, кисточка. Взяла вот такую новинку, шампунь от Natura Siberica, дикий можжевельник, шикарный объем и сияющий блеск. Сегодня у меня с этим шампунем помыты волосы, и обратите внимание, что блеск хороший присутствует, волосы очень мягкие после него, у меня уже почти бутылочка заканчивается к концу, поэтому я могу высказать свое определенное мнение о нем. Мне понравилось, как он очень хорошо промывает, он смывает масло с волос хорошо,
маски различные. Довольно хорошо сохраняет чистоту на второй день. Взяла шампунь от Natura Siberica с эффектом ламинирования. Очень мне он нравится, он обязательно должен быть у меня в ванне. Когда мне не хочется возиться с какой-то маской, например, для волос, для придания ухоженности и такой гладкости, выпрямленности, такой эффект на самом деле ламинирования, то я использую этот шампунь. Конечно же, он немножко быстрее жирнит волосы, чешуйки как запаянные, очень гладкие и красиво смотрятся. Также, наверное, многие из вас знают, что я полюбила маски от Фриман, и я взяла себе вот такую очищающую с авокадо и овсяной мукой. Она тоже подходит хорошо для комбинированной кожи, у кого она жирная. Она немножечко так ее подсушивает, приводит в порядок, но она не пересушивает, не дай бог, нет. Она очень хорошо очищает. Она для меня сравнива немножко с маской, которая идет с лимоном. Кто пробовал, наверное, меня поймут. Я же зашла, девчонки, в аптеку и взяла себе, опять же, Sensei Bio Eye гель-крем для контура вокруг глаз от Bioderma. Хорошо подтягивает, быстро впитывается, становится кожа вокруг глаз упругой. Пока мне все устраивает. Хорошее увлажнение и также синячки под глазами тоже убирает, то есть делает взгляд более, кожицу вокруг глаз более розовой, здоровой. Зашла я в Body Shop и взяла себе обычно как спонжик для умывания. Очень нравится. Он хорошо отшелушивает ороговевшие клетки. Он хорошо очищает. Он отлично работает вместе с умывалкой. Мне очень нравится попробовать маску для лица. Стоила, конечно, недешево. 650 рублей, если не ошибаюсь. Это вот такая глиняная, очищающая. Она идет именно для комбинированной жирной кожи. Очень, да, она сильно щиплет. Но мне как бы вполне нормально, потому что там содержатся определенные вещества. Довольно она густая, вот так тяжеловато разносится по лицу. Очищение хорошее. Чувствуется, что кожа мягкая. Поэтому буду пользоваться и смотреть дальше. Пошла я как-то в Фраше посмотреть, что и чего там есть, может быть, что мне приглянется, и, наверное, взять себе гель для душа попробовать, который давно многие уже хвалят. И, девчонки, там была как раз акция, мне прям повезло, 249 рублей, если я не ошибаюсь, за 3 штуки. То есть, получается, 2 ты берешь, 1 бесплатно. Я взяла именно как бесплатно вот эту новинку, это с магнолией, очень приятный запах, девчонки. В данный момент, девчонки, я умываюсь вот сейчас вот таким вот бразильским кофе. Ох, какой аромат, вообще прям на всю ванную, так приятно пахнет. После, когда вы выходите из душа, я на себе его немножечко еще ощущаю, даже хорошо пенится, и кожа после него мягкая. Также у меня здесь еще один аромат, это Jardin du Monde, орех макадамия. Вот, тоже очень приятный аромат, вот именно выбрала такие кофейные, ореховые, мне очень нравится. Гель для умывания для комбинированной кожи из жирного типа, с ароматом огурца такого прям свежего, им еще и не пользовалась. И я взяла себе опять же свой любимый крем Cloud Clarence Hydra Quench, крем-гель для нормальной комбинированной кожи. Очень нравится, много про него рассказывала, что он очень хорошо впитывается. Он вот именно подходит на зиму, на ночь. Он в то же время легкий, в то же время высыпаниями он, конечно, бороться не будет. Здесь, девчонки, заявлено в этом креме, что он сужает поры и делает кожу матовой. Сужает поры, да, могу сказать 100%, это было замечено. Но то, что матовость, не могу сказать, так как я его использовала на ночь, но вставая утром, в отличие от гель-крем Шисейда, также когда надо начать использовать, то кожа более, то есть она опрятно выглядит. И в подарок к этому крему с наименьшей ценой я взяла бесплатно вот такой вот гель-крем от Шисейда серии Порэнос. Он у меня раньше был, мне нравится, тоже идеально подходит на лето, на зиму. Но тут что-то с летом случилось с моей в августе с кожей, я не знаю, она просто взбесилась, сошла с ума. Он, если раньше у меня кожа его проглатывала и вот прям хорошее увлажнение получала, я с ней было мне комфортно, то тут такое ощущение, что у меня на лице была корка и она просто не давала впитываться этому крему. Крем просто лежал сверху, он реально не уходил. На этом пока все. Спасибо огромное всем за просмотр. Всем пока!